Курсы сибирских, пожалуйста. Сибирских. Кто будет пить водку, поднимите руку. Здравствуйте. Подвиньтесь, пожалуйста. Что у меня второй гвардии? Это же, блядь. У вас там 15 кубов. Еще два дня. Они еще по 2 куба уходят уже. Что лучше, пельмени или отбивное? Пельмени. 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 Куда лучше пельмени? Тогда мы одно слово. Во-первых, пельмени это наша, как бы, славянская. Это наша славянская. Наша с тобой славянская. Мы славяне, Леня? Это вы. Это вы. Мы с тобой славяне. А кто? А кто? А? Мы не славяне. Говори громче. Мы не славяне. А? Братья славяне. Братья. Больше славяне, чем они. Поверьте. Братья славяне. Мы братья. Последнее, что осталось от советской власти, вот это вот последний бастион советской власти. Да, но пока что мы здесь. Тут ничего не изменилось, даже сметана точно такая, как была вот 25 лет назад. Вот точно такая же, такого качества, такого вкуса. Привет. Даже хлеб они режут по-советскому, по-старому, сейчас уже так хлеб не режут. Вот такими кусками. Я в городе. Только тут еще режут хлеб. Леня, расскажи про культурную жизнь этого города. Даже не знаю, вот говорят, что тут есть культурная жизнь, такие слухи иногда приходят. А? Ну как-то я как-то тяжело очень забить их как-то. Я вот сейчас пытаюсь сделать проект в конце мая. Зеленее, на нудистском пляже. Это было весной. Зеленее, чем май. Когда тундра одела свой зеленый наряд на нудистском пляже. Мы это знали. Выставку «Нагота» международную на 57-59 участников. Международная «Нагота». Берлин, Москва, Киев, Одесса. Я не думаю, что резко сразу после этого культура как-то... Обнажилась. Содрогнулась как бы. Обнажилась. Культура обнажится. Не знаю.